Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается того, что начальник говорит о том, что автор вопроса для него ребенок, ввиду того, что разница между ними 14 лет, но ведет себя с ней совсем не как ребенок, да, то есть, ну, флиртует, значит, и проявляет всякие знаки внимания. Вот, при этом у него есть жена у начальника, вот, а у автора вопроса, получается, есть муж. Вот. И, соответственно, вот такая получается история. Автор вопроса спрашивает нас о том, в общем, ну, просто объяснить поведение начальника. Вот. На самом деле, поведение начальника здесь обусловлено нежеланием брать ответственность, вот, и желанием как-то, ну, держаться на какой-то безопасной дистанции, вот. То есть, когда ему комфортно, он как бы говорит о том, что вы для него ребенок. Вот, когда ему это выгодно, он, соответственно, ведет себя с вами иначе, по-другому. Вот, и вот, вот вся история. Это очень удобно. Вы вообще любое поведение человека, вот, можете для себя довольно легко объяснить выгоды. То есть просто вот спросить себя о том, чем выгодно то или иное поведение. Вот. И если это самое выгодное, и все. Смущает немножко другое. Смущает то, что вы как бы интересуетесь поведением мужчины. Вот что смущает. Смущает то, что вы как мне кажется и как мне видится, как бы задеваетесь, что ли, начальник. Вот это смущает. То есть, понимаете, вы, в принципе, сами прямым текстом говорите о том, что у вас есть муж. И, по идее, вас не должен интересовать другой мужчина. Но он вас интересует, получается. И это говорит о том, что, возможно, у вас есть некоторые проблемы в вашей собственной семье. Поэтому, на мой взгляд, вам имеет смысл обратить внимание на это. На мой взгляд, вам имеет смысл обратить внимание именно на то, что происходит в вашей семье. На мой взгляд, вам имеет смысл обратить внимание на то, счастливы ли вы со своим мужем именно в отношениях. Вот. И, собственно говоря, что вы хотите с этим делать, да? То есть, если есть какие-то проблемы в отношениях с мужем у вас,
то нужно их решать, так или иначе. Если у вас есть какие-то трудности с мужем. Вот. Переключаться на другого мужчину. Вот. Понимаете, да? Поэтому с точки зрения психологии именно, я бы сказал, что проблематика здесь именно такая. То есть вам вряд ли прямо-таки поможет объяснение поведения человека. Потому что человек может и сам до конца не знать, чего он хочет, для чего он делает то, что делает, и так далее. То есть человек натурально, серьезно сам может этого не знать. А вы, получается, пытаетесь его понять и тратите на это свои ресурсы, силы, время. Вот. Так что здесь, на мой взгляд, очень важно обратить внимание именно на то, как вы оказываетесь вовлечены. Как вы оказываетесь вовлечены в этот, скажем так, процесс. Какое у вас отношение, например, к мужчине? Да? Ну, то есть, банально, как вы его видите, то есть, он вам нравится, может быть, а может быть, не нравится. Вот. То есть, вот это вот очень, на мой взгляд, важно. Если вы хотите на самом деле в себе разобраться. Да? То есть разбираться нужно в себе, а не в другом человеке. Кроме того, отдельно хочется сказать следующее, что когда вы просите объяснить поведение кого-то, это создает такое впечатление, к сожалению, что вы не доверяете сами себе. Это создает впечатление, это создает ощущение, что вы не доверяете себе, и что вы не можете как бы сами интерпретировать поведение человека. Если у вас есть трудности с доверием к себе, то есть если вам сложно принимать решения, если вы не доверяете себе, или если регулярно получается такая история, что вы просите или хотите ясности от другого человека, вот, то это повод для того, чтобы поработать с психологом и немножечко разобраться в себе. Потому что подобная оторванность от себя вам ничего хорошего дать не может. В принципе.
кроме только вот какой-то тревожности, кроме какой-то неуверенности, кроме ощущения того, что вам нужно тратить свои силы на что-то и так далее. Вот. Это очень выматывает. Это, на мой взгляд, является довольно деструктивным аспектом. Ну, опять же, да, потому что вот вы себе очень сильно вредите этим. А человек, видя такое ваше поведение, ну вот, в частности мужчина, видя такое ваше поведение, просто понимает, что вы от него как-то зависимы, он понимает, что вы в нем нуждаетесь, он понимает, что что вам он вероятно не безразличен, вот, и, соответственно, ведет себя ну, каким-то подобающим образом, вот. В частности, например, не воспринимают разговоры о том, что вас волнует. В частности, не воспринимают разговоры о том, что вас беспокоит. Вот. Просто не воспринимает об этом разговоры. Вот. И, к сожалению, на мой взгляд, вы вносите в это свою лепту. Мне бы не хотелось, чтобы так было. Поэтому я и предлагаю вам разобраться в себе. Вот вы, к примеру, говорите о том, что человек относится к вам вроде бы как к ребенку, но в то же время нет. То есть прекрасно понимаю вас и прекрасно понимаю то, что вы чувствуете. А если спросить себя, о том, например, как я на это реагирую? Вот если спросить себя о том, как я это воспринимаю? Если спросить себя о том, как я к этому отношусь, какие чувства у меня это вызывает? То, что именно вот человек относится к вам как к ребенку. Ну, попробуйте для себя это выявить. Как и чем вы на это реагируете? Это очень важно. Я думаю, что именно то, как вы реагируете на это, может стать точкой отсчета для психотерапии. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.